Здравствуйте, друзья! Самое время подкрепиться. Ну, кто-то это будет делать местным саратовским бутербродом, а мы с вами будем это прежде всего делать местным саратовским футболом. Сокол Алания, друзья, прямо сейчас для вас 12-й тур. Поехали! Стартовый свисток Ивана Абросимова. Мелбет, первая лига, 12-й тур. Саратов, стадион «Локомотив». Тоже Алания уступила махачкалинцам со счетом 0-3. Ну и 1-1 сыгралась Тюменью, которая пока, я думаю, что сюрпризом. Сюрпризом остается наверху турнирной таблицы. Какой шанс возникает! И Бояринцев, мне кажется, сейчас говорит, ну как можно не попасть по воротам? Во-первых, не попал по мячу Владислав Морозов. И когда, казалось, можно уже чертыхаться, Бояринцев увидел, что есть второй шанс. Ну и второе дыхание тоже немножко прерывистое. Подача. Борьба за мяч, который остается в штрафной площади. Вот он, Засеев как раз с мячом. Бить неудобно. Направо разворачивает. Чочи вырезает. Передачу эту. Ничего себе. Мяч едва не заскочил прямо в притирочку со штангой в угол. Стимир Абазов. Один из тех, кто пришел в команду перед началом этого сезона. Из ульяновской «Волги». Ну, давайте после атаки сначала мы посмотрим, как зацепит атака «Сокола». Передача в штрафную площадь. Удар по воротам. Вот видите? Владлен Бабаев. Как здорово ворвался в штрафную площадь. Передача с фланга от Молодцова. Бабаев перепрыгивает Хабалова. Зрячая успел посмотреть Молодцов, куда направлять этот мяч. Но высоковато получилось для Бабаева. Ох, как здорово в атаку. Все в касание и нужен прострел. Хороший. Гудков врывается в эту зону, в которую пошла передача. Но Солдатенко не оставляет ему шансов. Ай, Морозов. Ай, умничка. Как все в касание. Ну и чуть-чуть совсем не хватило Яну Гудкову, чтобы добраться до этого мяча. Наверное, не в штрафную. Все-таки нет. Разворот. Подача. Скидка Морозова. Какой момент! Снова Гудков. И угодил прямо в Солдатенко, который стоял перед ним. Вот сброс от Морозова. Удар в упор. Солдатенко удачно занял позицию. Это ему очень помогло. Пробегает Караев. Подача. Сериков. Скидка на дальнюю. Перекладина. Добивание. Сутолока. И Алания сумела отстоять сейчас свои ворота. Ну, вернее, наверное, правильно даже будет сказать, что ворота отстояли сами себя. Переводом головой на дальнюю штангу. Совершенно точно. Сейчас уже оставил вне игры. Сокол. Турсунов отрывается от защитника. Турсунов в штрафной. Передача. И как едва не срезает в свои ворота мяч. Константин Плиев. Пошла длиннющая передача. Перебор. Солдатенко перестарался. Вот это да. Просто сделал пас голкиперу Сокола. И на этом дает финальный свисток в матче Иван Абросимов. 0-0. При которых никому, я думаю, не было скучно. Некоторым было иногда страшно, иногда тревожно, иногда весело. В общем, матч получился на загляденье. Сокол и Алания так и не выяснили, кто же сегодня лучше.